В Дагестане за последние годы снизилось число онкобольных пациентов. На сегодняшний день это 160 мужчин и 135 женщин в расчете на 100 тысяч населения. По стране эта цифра увеличилась до 500 тысяч человек. При этом средний возраст людей, которым диагностируют рак впервые, 64 года. Такие данные приводит портал «Грифон». По итогам масштабного исследования меньше всего новых случаев заболевания среди регионов России выявлено в Дагестане. Ну и наибольшая доля новых больных выявлена в Мурманской, Сахалинской и Орловской областях.